Биба с Бобой. Только Боба очень злой. А вот и Берсрайт, кстати. Так, появляется второй теневой темный. Сафо Бабу... Что? Что? В два раза больше веселья, ребят? Берем, конечно. Мама. В два раза больше веселья, ребят. То есть в два раза больше повреждений, в два раза больше шансов облажаться. А, зачем я это взял? Ага. Привет. Витёк здесь, это Айзек. Тот самый Айзек на русском языке и с патчем. Ну, и я, как говорится, обещал, я, держу свое слово. Витя что говорил? Что он пойдет пробовать... Слушай, донаты. Я пойду, и я буду пробовать всякие разные вещи, которые раньше я себе не мог позволить. Ну вот, я, например, решил пойти попробовать за Якова поиграть. Пойдем посмотрим на его братика. Сможем ли мы с ним? Его там изменили, братика. Он все так же появляется через минутку, но... Ух ты ж, боже мой. Нифига себе. А вот это очень интересный старт. Ребята на стриме не дадут соврать. Это не то, что там рестартов я кучу нацеплял. Нет. Просто сразу мы начали играть вот в такую интересную каточку. На самом деле можно было, наверное... Кошечку эту прихватить чуть попозже. О, друг, привет. Наш друг пришел. В общем, теперь, говорят, его намного проще направлять на монстров. Ну-ка попробуем. Ты будешь на меня нападать? Вот. Потому что раньше он типа в 8 направлений это делал. Ну то есть только либо вверх-вниз, лево-право, и ну и по диагоналям, да? Слезы летят по огромному... Нет, это нам не надо. Вот, теперь же... Да, надо было здесь сначала побаловаться. Теперь же он может летать под любым углом. То есть, как вот видите, он... Прикиньте, какой он дамаг-то делает лютый. Вот, ему увеличили повреждения. Он теперь очень больно бьет. Плюс им проще управлять. Проще направлять его. Так, Тэмис Хед. Голова Тамми. И говорят, что намного удобнее теперь стало им уничтожать всяких там боссов и так далее. Сейчас посмотрим, сейчас заценим, конечно же. Нужно постоянно уворачиваться. Это... Ау! Из меня высосали мою Тэмми голову. Плюс его теперь невозможно убить. То есть это большой плюс, потому что раньше он случайно... Ух, какой предмет надо брать. Раньше случайно можно было... А, у меня кража предметов работает даже. Случайно можно было его убить, и начинался геморрой. А сейчас... Ух, господи. Сейчас так просто убить его не получится. Ауч. Так что... пацаны, не толкайте меня. Мне нужно где-то денег взять. Да хорош, на какашку натолкнули меня. Так, одна денежка есть. Еще. Есть еще анима соло, вы знаете такую штуку, да? Позволяет вкусняшки какие-то проворачивать. Черт побери, я сразу к боссу. Ауч. Что-то я как-то, да, это... Несоразно себя повел, ну ладно. Я просто экспериментировал, если честно. Я забыл, что анимасоло довольно долго будет прокать. Будем пытаться на босса его. Слушай, он реально хорошо босса прокусывает. А? На самом деле хорошо, что меня именно босс убил. Хотя какая разница, убил и убил. Так бы я ластом стал бы, да? Ну ладно, это был эксперимент, небольшой эксперимент. Он провалился, скажем честно. Так, и каким мне образом раздобыть вкусняшку? Мне нужно модем. Я без модема отсюда не уйду. Придется либо воровать, либо что? Я все комнаты очистил. Поход дел все. Да... Ну тогда вот сюда.
Вот она, денежка моя. Вот она, моя денежка недостающая. Спасибо тебе, игра. Что вспомнила о том, что денежку можно оттуда дать. Не пришлось воровать. Не понял, что не берешься. Воровать не пришлось, это гуд. Что там у меня за проблемы с чатом? Он у меня почему-то висит. Итак, hello, второй этаж. О, блин, как паук-то завис клёво. А, прям на лицо, а? Ну что ж ты? Вы что, издеваетесь, что ли? Еще одна жизнь, что ли, тратить на вас? Ой, мне проще этого обжмыхаться об друга, об своего. Что? А, покайся, господи. Видите, написано покайся. Я сначала прочитал покакай, думаю, господи, вот русский, говорю, перевели. Ну, думаю, тема Айзека как бы нормально. Типа покакай, а там покайся. О, взрывай, пацана. Покакай. Нормально, да? А он такой сидит в цепях. Покакивает. Пока-пока, покакивая. Действительно, Anima Solo два раза работает. Не обманули. Ой, блин, на него рассчитывать. Он в непривычные моменты такие, в неприятные. Чажется сразу начинает. Только через соло можно нормально это рассчитать. Ха-ха, торпеда прям в бок им. Мухом прям в торец торпеду запустил. Что ж, реально удобно, а? Так привыкнуть, нормально можно хорошенечко так всех распетрушивать. Так, в магазин нам особо не надо сейчас. Денег все равно нифига нету. Кстати, можно попробовать взорвать аппарат, посмотреть, как он взрывается сейчас. Надо будет сходить в магазку, ладно. Банч. В жбан прям. 100 рублей от достопочтимого магистра клоунады. Здравствуйте. А вы знали, что у моряков существует мера под названием хитпоинт? Она показывает, сколько 14 дюймовых 35,5 сантиметра снарядов необходимо для потопления корабля. Сколько 14 дюймовых снарядов нужно для потопления вас? У всех живых существ 1 хп. Что-то сложно, вот на звук сложно воспринимается, если честно. Вот то, что ты написал, наверное, что-то веселое, но на звук сложно. О, Проптозис. Стоять. Я вас не звал. Так, а у меня ключей нету. 200 рублей от достопочтимого Вудс. Ты забыл о моем существовании. Нет, я меня помню. Меня нельзя забывать. А теперь возьми свою правую руку и ударь. Ударь себя по щеке. О, больно. Так, а что если вот здесь бомбу поставить? Облом. А где тогда? Очень странный какой-то расклад, ладно. Ух, нифига себе, ваншот просто по боссу прошел. Охренеть. Охренеть. Это имба какая-то теперь. Муся, не нервируй меня. Витя, смотрю тебе с 2016-17 года. Круто. Спасибо, что смотришь так долго. На! О! Спасибо, ребят, за донатики. Мне очень приятно, что вы... Кто-то рофлить пытается, кто-то просто положительный чувачок. Значит, что хреново, после того, как ты мисхед прожимаешь, ну, довольно долгая перезарядка. Ну, я стрелять не могу вообще довольно долго. Так, парень за нами выехал. А-а-а! Главное, толстый попал по мне. Толстый же попал, да? Червяк, я имею в виду, толстый. А-а-а! Сейчас сдохну.
Ну? Слышите меня, сейчас сдохну. Ты муха чуть не подстрелила, а? Подстрелила. Кусок помидора, а? Расслабился, расслабил булки, да. Ладно. У меня бессмертие еще 7 штук есть, не переживаем. Хреново только что хп ап потерял. Ну ладно. Терпимо. 100 рублей от достопочтимого юзя. Пока брат в аниме соло, он не превратит тебя в лоста. И его можно призывать в пустых комнатах. А, то есть можно лапать его, да? Их конечности. Ну такое себе. С тем, что у меня есть. Бесконечность такое себе. Нормально, я сейчас приколдос кинул, да? Ладно, 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 я сейчас привыкну, погодите. Я просто давно не играл в эту игру. Теотсева, ведь там от создателя сравного шедевра вышла игра под названием M.Stein, поиграешь? Нет, погоди, у меня тут, видишь, какая игра. Да что ж такое, ты меня отвлекает меня. Сева, спасибо тебе за донат, но... что-то там от создателя... Что у нас такой странный шедевр? Что я забыл, погоди. А, это там, где этот толчок смерти, да, и все такое. Я не знаю, что это за игра, ребят. Вы смотрели такую игру, знаете? M.Stein какой-то. Да сейчас я соберусь, погодите, чатик, чатик, не переживайте, все нормально. Все нормально, мы выживем с вами. Мы выживем, все будет хорошо. Там просто бугуртят по поводу Витек вообще Рачелла и так далее. Ну, да, Витек Рачелла, играть не умеет, ну и что, теперь сразу кричать об этом надо на весь чат. Ну что, вот как мне теперь опять? Покакай надо опять делать. Как мне попасть вот в эту комнату? Дай бомбу. Вот и помидора кусок. А ну что ж такое-то? Как мне это забрать? Да, ну бас вообще тот еще. Вот не слил бы себе 2 здоровья, да? Сейчас бы смог бы в ту комнату зайти, в кусачу. А сейчас не могу. Недостоин. 100 рублей от достопочтимого Эксиренда. Все понятно. Виктор с донейшн алертсом на пару. Злюки. Вообще. Все. Дизлайк. Отписка. А так, бесконечность не пердел. Да-да-да, хорошая шутка. Бесконечность не пердел. Открой, пожалуйста, дьяволку. Ну что ты делаешь, игра? Ну что ты делаешь, игра? Заманивает меня в ту комнату опять. Времени нет нифига. Хочется босс-челлендж какой-то прихватить с собой. А игруха такая, не-не-не-не-не, постой, говорит, вот тебе вариант, ты можешь еще сбегать туда, вдаль. Ох, игра. Да что ты творишь, а? Ну я теперь еще и не выйду отсюда, да? Здесь только пилюлями как-то. Я нашел пилюли. Экспериментальные пилюли. Дважды экспериментальные пилюли. Круто, чё. Гениально вышел просто. Опять плюс хп просрал. Но я чувствую, это рестарт вообще. Как-то беспонтово все началось. Чатик, вообще, вы видели на чатик? Я специально чатик не подключаю, чтобы это... Ну, тут они такое пишут. Витя рулет. Я рулет или я рулю, я не понял.
2 ключа на эту комнату потратил. Учитесь, пацаны. 200 рублей от достопочтимого Пеппер 8686. Привет, Вить. Здорово. Че, все? Пеппер, ты чего? А как же, как они-то сделать? Написать очень много букв, непонятно о чем. Кстати, они-то сегодня донат присылала, мы ее осуждали за него? Нет, я забыл. Надо осуждать, вы же помните? Сейчас как взорву! Сам себя. Взорвал ведь, как и обещал. Давайте полечиться. Да что ж ты... Каракан! Ракан-каракан! Просто... Человек-ракан. Да вы что, издеваетесь? Давай, что нам насрать уже? Что нам терять? Скорости как не было, так и нет. Это что такое за веселуха? Мамочки. Погоди, я пока еще не вкурил, что там сейчас произошло в той комнате. Что такое, нагнулся? 100 рублей от достопочтимого некто. Пока-ка. Пока, Герда. Пока Герда. А, да, был дело, помню. Прикалывались рафлянка. 100 рублей от достопочтимого Эксириэндер. Да ну серьезно, так и не решился прочитать. Окей. Реально дизлайк. Реально отписка. Да чё прочитать-то, господи, ты меня хоть расскажи, что читать надо. Издевается? Ну, давай, ладно, писца возьмем. Там все знаки зодиака перекрутил мне этот аппарат. Спасибо еще раз за донатик, ребят. Еще бы, я бы так не ржал бы, если бы не ваши донаты. Очень приятно. Вы заставляете меня поржать. Разбегу сразу в эту комнату. Хорош. Все. О, все. Все, Витек нашел имбу. Все. Все, ребят. Пока, Герда, пока, Кай. 100 рублей от достопочтимого кривоногий приморук. Привет, кривоногий приморук. Ты своим каналом меня зовёт. Это мой первый донат. И я твой фанат. Ты крутой, не тупой. А вот я, криворук, получил я новый ноутбук. Рифму я пытаюсь составить. Я смотрю тебя с прайма. Можешь представить? Перестану клоунадить. Спасибо, Витя. Отлично. Я сейчас обо что ударился? Уракан. Спасибо тебе за донатик. Очень приятно. Небольшая клоунада, да. Мне по вкусу она пришлась. Блин, с червяками через аниму соло вообще нереально сражаться. Они то появляются, то исчезают. Да что ж такое? Ну ведь, ну расслабил булки, а? Как так можно-то играть? Сейчас, ладно, я соберусь. Я просто, как обычно, пытаюсь и в чат смотреть, и донаты слушать, и тут вот новый герой для меня совершенно. Я как-то пытаюсь тут лавировать. О, боже. Стоять. А-а-а, иди сюда! Нормально, я тут, в общем, по полной программе. Всю имбу просрал, ребят. Вот дали имбу Витьку, взял всю, просрал. Да как ты не умер-то раньше? Да. Весело, весело, вау! Вот это вообще доп-контент, ребят, сейчас пошел. Витек ластом теперь играет до конца уровня. Погоди, я же летать умею, да? О, я и забыл, что я могу летать периодически. Рейзуки поддержал на 666 рублей со словами. Спасибо, что снимаешь стримы по Азе. Каждый день смотрел их. Жалко будет, если закончится. Не обещаю много донатов, но удачи. Упс. Кто-то с чем-то поддержал на 410 рублей со словами. Да что ж ты будешь делать? Когда начнешь ломать? Жду не могу. Да сам не могу, никак не дождусь, погоди. Только вроде начал ломать, какая-то лобуда началась. Витяч. Вить, осуждай меня, когда я кусаю чаш за нарушение правил. А вообще, не, ну я не такая разговорчивая, просто сегодня сижу. Угу.
Ем бутерброд, кусаю народ. И да, ветер Уина. Не точно. Ветер Уина. Все. Последняя жизнь. У руины последняя жизнь, осторожно. Куда ты полетел? Не, ну неудобно, конечно. Кто там кричал, что прям очень-очень-очень удобно им играть? Видимо, для тех, кто им умеет играть. Ну, в смысле, пробовал, по крайней мере. Когда торопишься, фигня какая-то случается постоянно. Рендер. Корабли лавировали. Лавировали. Да не вылавировали. А Витя так и не решился глянуть в донаты до фактов про пушечные ядра. Ну ладно. Благовещенск. Просто надо было попробовать. Я за этого персонажа никогда не играл. Для меня это вообще, ну, видите, он чистый лист. Я, что там, в 44-м челлендже мы поиграли с ним, но там другое совершенно, да. Там ты его берешь, убиваешь и все. Ну, по крайней мере, раньше так было. Сейчас-то там тоже по-другому уже все играется. Вот. Для меня это совершенно новый опыт. Дайте попробовать. Погнали. Погреб. Я в погребе. Я в погребе, у меня есть здоровье, если что. Так, погреб. Паучки. Ненавижу паучков. Они какие-то слишком прыткие. Слишком толстые обычно. Кусачка. Кусачка. Лего кусачка. Ну. Скучная кусачка. Я помню, у меня там здоровье есть. Сейчас пойдем заберем. Так, эти пауки хотя бы более-менее нормальные. Они разваливаются просто на много маленьких бомбочек. Опа, донат. Ну, какая интересная штучка. 100 рублей от достопочтимого Энко Нэнчонс Фунзони. Я так смотрю. Еще одна такая троллина от комнаты, в которую входишь. И все. Можно включать заднеприводный выжигатель. Ну, ты понял, о чем я? Не знаю. Как нет, для терпения хватает терпеть издевательства игры. А, ты это в смысле? Меня забомбило с целых 5 смертей от всякой лабуды. Понятно. Но, ну, я терпеливый просто. Я просто терпеливый, люблю игру. О, нифига себе книжки. Дали книжки какие пошли. Не то, что там ваши. Ну, я, наверное, сейчас пока, наверное, на боссе буду прожимать. Нет, погоди. Да, на боссе буду прожимать. Я не хочу кусок мяса. Нафига мне кусок мяса. Мне не нужен кусок мяса. Вы же знаете, да, что эта книжка делает босса тебе таким, который дает кусок мяса. Лады, живем. Уху, торпеда. 100 рублей от достопочтимого Сева. Скачал БЛ, сел в автобус, познакомился со всеми девчонками, приехал начал играть в БЛ. Так. Клево. Давай узнаем. Ух, нифига себе, как аппарат теперь взрывается, смотри, как клево. 10380. А можно тебе как-то закинуть круглую сумму и в азеке попросить собственный челлендж? Конечно, можно. Конечно, можно. Что за вопросы странные? Но не факт, что я буду в него играть. Не, ну ладно, если реально крупная сумма, я, конечно, попробую. В любом случае. Так. Консола нужна? Пацаны прижали меня там в углу. За донат спасибо. Блин. Ну за что ты меня так прищучил тут, а? Ладно, у меня тут, конечно, с бомбами проблем нет. Так, а где у нас секретка? Спасибо еще раз спасибо за донатик. А, вот здесь, наверное, секретка, да? Угу. Можно было, наверное, аппарат не взрывать. Ну ладно, я должен был посмотреть, как аппарат взрывается. Все, он как бы, я его один раз взорвал, если раньше можно было его фармить, сейчас один раз взорвал, до свидания. Все. Его больше до конца игры нету. Долго целился, блин, в пауков. Меня успели и пауки сожрать, эта штука чуть не убила. Летающий монстр, блин. Ненавижу эту комнату. 133 тысячи пауков. Бомбит!
Ух ты ж! Да что ж вы будете делать-то с этими пауками, а? У меня повреждений нифига нет, а тут пауков тьма тьмущая. Давай, накорми меня. Стальные яйца! Хо-хо! Боже мой, какой плохой босс. Вон иди с друзьями обнимайся. Это ж твои друзья. Попал. Стоп, надо пробел прожать. Давайте, давайте, на него нападай. Хорош. А теперь давай босса бодани. Что-то промазал. А-а-а! Говнюк прищучил меня к стенке, придавил. Да не туда ты полетел, босс здесь. Слышишь? А он когда из аниме-солы вылетает, он меня не может, что ли, превратить? Я что-то не понял. Он сейчас сквозь меня пролетел огнем. И не сделал меня белым. Пластом, в смысле. Вы про это говорили, что он не может меня из аниме-солы сделать таким? Или все-таки может, и это просто он мимо пролетел. Ух, клевый арт. Что нам дали? Дамаг. Нет? Не про это? Сундук забыл. Да хрен с ним. Вы мне объясните, как эта штука работает. Ты неуязвимый после удара был? А-а-а. Я был не под неуязвимостью, точняк. Покайся. Покайся, стрим. Покайся, чат. Ну, хоть не покойся. И то хорошо. О, нет, он уже здесь. Пацаны, в бой. Хорош, торпеду запустил, а. Чат, покайтесь. Клёво. Покайтесь. Покайтесь, говорю. Лайки поставьте. Отличное покаяние будет. А! Ух, сколько денег. И все мне. Клево. Блин, я так ни на какие челленджи не успею. Слушай, ну слишком до... Ха, смотри, два паука в чуваке сидят. Заряд за получение урона, да, говоришь? Ну давай возьмем, будет у нас заряд. Кстати, должны были починить эти... То, что в аппаратах лежит. Ух, клево. Я монашка. О, прикольно, я теперь знаю, где деньги лежат. Ага. Дали? Вот тут деньги. Хи-хи-хи! Ха-ха-ха-ха-ха! 100 рублей от достопочтимого юзя. Пока брат связан, он не сможет превратить в лоста. Халява, йо! Я понял, пока он связан, он не может в лост превратить. А когда уже вылетел из связки, то может. Качественно. Смотрите, раньше пульки в него врезали, сейчас он, походу, вообще пульки сквозь него пролетают. Муха! Ух, что-то я как-то это... Немножко прозрел. Так, мы зарядили с вами штукенцию, надо бы босса быстро найти, да? А вот и босс. Какие штуки интересные. Ну-ка, съешь их. Пас. Пас. Пас, я сказал. Да не на меня, на штуки пас. О, какой красивый. Ты смотри, какой сундучок клевый. Ух, ты ж чуть не прыгнул в меня. Дюк. Ну, промазал чуть-чуть, ладно. Ладно, об дюка можно долбануться. Жалко, только дамаг потерял. На-на-на-на-на. Плюс хп. Плюс хп. Мы по ангельским пойдем? Да, попробуем в ангельский заскочить. И тихо! Что я еще не взял? Я еще здесь что-то не взял. Здесь были денежки небольшие. А, мне опять дамаг дали. Приятно, черт. Я опять дамаг скинул. Каждый комнат случайный эффект с артефактом мамы. Фигня. Нам дали дальность стрельбы. Спасибо. Ну, я не пойду уже в ту комнату, ну и нафиг. Погнали уже на следующий этаж. Нет времени. Витек уже не торт.
Но я не, действительно, я не торт, чтобы меня есть, все верно. Так, у меня 5 сердец, да, говорите? Че, покайся? 2, 3, 4, 5, 6. Отлично. Покайся. О боже мой. Друг, друг, помоги. А, вот оно как. Он еще и огоньком дерется своим. Блин, арт клевый, конечно. Но я, наверное, книжку оставлю. Так. Жалко, что не показывает, в каком грибе арт находится. Было бы клево. Так, а что у меня прокнуло-то такое? Опять дальность стрельбы прокнула. Ой, не хочу я дальний. У, какой арт клевый. Тело Кузи! Тело Кузи, пацаны! Я Кузю нашел! Ого! Это что это за добро такое? Счастливая монета даже есть. Охренеть, вы что делаете? 100 рублей от достопочтимого неизвестного. Приходит садик актер и спрашивает двоеточие дети. Хотите загадку? Да. Ну слушайте. Берешь оттуда, оно только больше становится. Что это? Это яма. Нет, ипотека. Смешно. Тут можно пробелов понапрожимать сейчас будет. Да, о ноу! О ноу, пацаны, я скоро сдохну! А я пробел все равно могу прожимать, да? Труп поднимай! Труп поднимай. Вау, вот это контент пошел. Вот это ипотека. Вот это я понимаю, ипотека, так ипотека. Че тут вкусного лежит? Нет, ничего не вкусно. Че я пропустил? Где я пропустил? А у меня холи мантла-то нету, да? У-у-у. Тут можно при это, приосаниться слегка, да? Ой, клево. Можно случайно приуныть. Ну, то есть даже не случайно, а вообще приуныть можно. Давай, давай, полетели. Зато полет. О, боже мой, только не пины. Ну, чё ты не попал-то по нему? О, ноу. Вот я и приехал. Ну, вот такой вот персонаж, да. То есть, one shot, one hit, как говорится. Ладно, я прикалываюсь, прикалываюсь. Ребятам говорю про консоль. Контент! Пацаны, контент! Витёк играет за Якова. Рачит вообще по-адски. Собирает имбу и сливается потом ваншотом об... об злого брата. Наблюдаем. Давай, месси говно, пока он не появился. О нет, он здесь, валим. Ой, сколько их много. Ой, неожиданно встретился конец, да? Айзек, труселя подними, мама. Мама труселя забыла. Куда побежала? Ха, труселя скинула и убежала куда-то. Ну ладно. Погоди, мы что-то тут не нашли еще, кажется. Нормально там штука сама подставилась, я ни при чем. Зато я могу вот такую халяву собирать, смотри. Пиу-пиу-пиу-пиу. Пи-пи-пиу-пиу-пиу. Консоль, кричат, давай консоль. Да ты что, издеваешься, ты что? Вообще самый сильный персонаж сейчас в игре. Ты через консоль ее закрывать собрался. А если я вот в виде... О боже, какое говно. Ну ладно, его в принципе сделали получше, да? Множитель урона x2, множитель слезы... А, ну... Окей, ладно. Дамаги стало больше, оверл, как говорится.
Но тот еще трэш, если честно. О, я еще и секретка не угадал. Видать, под золотой. О, но... Чё-то я разыкался. Ребят, чё я икаю, а? Чат. О, фильм «Маяк» на миникарте. Нормально. Живем. Теперь надо скорость стрельбы где-то раскусать. Потрошить где-то. Кубышку со скоростью стрельбы надо где-то кубышку найти. Блин, как он быстро появляется. Да что же вы творите, это ироды маленькие, летучие. Ладно, этот ирод еще меня душит, но вы-то че? Комната какая-то неудачника. Ладно, погнали дальше. Дьявольская сделка нам уже не светит, судя по всему, да? Ансус. Блин, бомб нету, я бы взял бы ансус. У меня ничего нету. Блин, не то прожал, лады. Появился ключик. Ай-лю-лю. Да. Богато, как говорится, снабдили меня сейчас. Привет ребятам. А вот и бомба. Возвращаемся в секретку. Опа, а вот и донат от Севы. Сева, здорово. 100 рублей от достопочтимого Сева. Ты сачев, и сачи, сачи, сач, левитон, асмал, и сачо, на и сач. А про игру М.Стаина на Благовещенская, так что Благовещенск не такой Благовещенский, плюс она упоротая. И да, есть мод под названием «Ты сачев, и сачи, сач», думаю, ты сам понял, что он делает. Конечно понял, я же в него играл. За Исачев, Исач, Исач. Запустил торпеду куда-то в угол. За Исачев. Он все на Айзеков меняет, я помню. Там все в виде Айзеков становится. Я в него играл. Он забавный. Эх, не попал. А, ладно. На обратном пути, как говорится, он возвращался, его завалил. Да, надо еще рассчитывать, что есть обратный путь. На обратном пути, чтобы он всех катал на себе. Пацаны, выходим. В бой! Ха-ха! И на обратном пути всех валим, давай. А-а-а! Чуть-чуть не хватило. Вот это было весело. Мы с тобой команда, брателла. Нет? Нет, он не хочет со мной в команде быть. Интересно, а что будет, если я... возьму этот, как его. Берсрайт. Что будет с Берсрайтом на этом персонаже? Вот прям очень хочется узнать. Ни хрена себе! Ни хрена себе, 20 монет! Просто Исачев и Исач, Исач. Блин, это надо в магазин идти. Что-то так не хочется далеко. Ладно. Я пока чатик. Два пацана, да. Биба с Бобой. Только Боба очень злой. А так Биба с Бобой. А вот и Берсрайт, кстати. Так, появляется второй теневой темный Сафо Бабу. Что? Что? В два раза больше веселья, ребят? Берем, конечно. Мама. Надо было все-таки дочитать, да, что будет? В общем, все то же самое, только их двое. Все, в два раза больше веселья, ребят. То есть в два раза больше повреждений, в два раза больше... шансов облажаться. А зачем я это взял? Блин, пацаны. Ну, анима соло, правда, будет обоих контрить сразу. Сейчас попробуем босса, как говорится, чпокнуть. Каким-то образом неведомым.
понял, он один был или там их двое сразу? А, два раза надо нажать было, что ли? А, два раза отпускать. О, весело. Типа я могу это пули тыж стрелять, как из береты какой-то сумасшедший. Понял. О, боже мой, ну что это такое? Ну что за трэш-то уходить от меня? Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Воу! Чеканная монета от VIP 240. Злой брат, уходи. Сейчас зачем я это делал? Кстати, сейчас на шанс сделки не влияет вхождение в кусачие комнаты. Вот такая вот штука. О! Нормально! Нормально вообще, его взорвало, и он это траекторию сменил и на меня полетел. Вот это вообще нонсенс был сейчас. Я сейчас чуть не обкекался. Конечно, ангельскую сделку я уже просрал. Ключ. 9% шанс на ангельскую сделку. Прикольно, кстати. Пиу-пиу, я чувствую себя повелителем Дарк и Совов. А, даже стрелять не надо, да? Библиотека. Найс. Нойс. Летс гоу. Как говорится, чек ит. Плохая библиотека попалась. Я-то думал, это нойс, а это не нойс. Да хорош по мне попадать-то все время, а. Жизни уже мало осталось. Бам. Они хотели меня в клещи взять. О, я могу стереть их из жизни? Ластиком. Стереть? А если я возьму коробку, я смогу их из 4 сделать штуки? Или они не считаются моими бедами? Наверное, не считаются. Я маг. Ой, мне это не нужно, мне книжка мага есть. Весело. Поехали дальше. Что-то чую здесь секретку. Ну как ты... Прям в торец меня, а, поймал. Помидора. Дальность повыше. Дальность-то повыше. А? На тебе. И тебе на. Да. Зла на вас не хватает. Ты задолбал! Что ж такое? Чуть что сразу принимаю какой-то патрон в бочень. Ну как так-то? Сейчас опять покайся буду делать вам. Ну что это такое? Чат, покайся срочно. Играю как Рачелло. Мне нужна ваша поддержка. Проклятие слепоты. Ну это номер вообще. Ага. Брось в меня свою шею, называется. Жесть, я стреляю раз в полвека. Но зато как стрельнул, так до свидули. 0.83. Мне надо скорость стрельбы где-то найти. Слава богу, еще до появления двух пацанов я это сделал. Сейчас они вылезут уже. Какашки, пришла ваша смерть. Огненная злая братская смерть. Да как ты промазал-то? Кровавое пение. Получить сердечки. Отдавай. Отдавай. Ух, хорошо, что орбиталка есть, а.
Ребят, пропустите. Мне нужен полет еще. Тихо, дерзкие. И это бомбербой. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну давай купим что-нибудь. Давай вот этот. Мамина коробка. А что внутри? А внутри говна куча. Что-то я сегодня экспрессивный какой-то слишком. Минус ангельская сделка. Как обычно. Надо было вообще выходить из той комнаты и все. Не чистить ее. Ну что ты вот в ангельскую комнату мне не отправил, а? Ну елки-палки. Нормально их взорвало, они остановились от этого? Стоять. Витек идет. Ух, рванули, пацаны. Это как я так взорвал, странно. Ну ладно. Уху. Уху. Не попали. Господи, какашка. Меня червяк укусил за задницу, успел. Так, нет, это сердце я не хочу. О, ноу. Страшно, капец! Еще самонаводки нет, ну ладно, погнали. О, ноу. Но только не ты, а? Ну! Живи, Витек! Давай! Страшно, жесть! Вообще прыгаю. Ну нафиг. Чуть не остался на этаже. Навеки вечные. Поймали меня за засранца. Блин, какой этаж плохой. Комната. Жесть. Конечно, слезы понижены. Чеканной монетой, чеканной монетой. Воу. Чеканная монета от Тимур Тимурыч. Анекдот. Как то раз ошиб случайно шлепнул короля по попе, тот в ярости приказал его казнить. Немного кто успокоившись, говорит шуту. Если сейчас придумаешь шутку, чтобы одновременно было и смешно, и оскорбительно, отпущу. Концовка вслед. Донате. Понял, интересно, отпустил он его или нет. Короля по попе шлепнул, да? Ага, весело. Ух! Почти вообще. Ребята почти закрыли меня тут. Так, я опять слил все, что только можно, понятно. Качественный контент. Куда они стреляли? Тут пацанам, что ли? Блин, ну у меня и скорость стрельбы жесть вообще. Ну опять перед боссом, ну клево. Блин, только я ничего интересного не нашел еще. Но я тут остаюсь, скорее всего. Яракан,
Новый яракан. Ну не, это, ребят, не для меня персонаж. Мы, конечно, побегаем, пофанимся, повеселимся, но перс тупо не для меня вообще. Он для пряморуких чуваков, которые умеют грамотно мансить. Я не такой, вы же понимаете. Ну да, последний заход, последнюю каточку попробуем сыграть. Ну не получится, значит не получится. Оставим как есть. Оставим это дело непройденным, а потом как-нибудь вы зайдете, а тут опа, все закрыто, да? И это не потому, что Витек консоль будет использовать, конечно же, а потому что, ну, просто зайду как-нибудь и закрою все. Да, проблема, что у этого персонажа, знаете в чем? А, беги! В том, что даже имея full хп, ты все равно в какой-то определенный момент сольешься. Ой, я стал большим. Хоть фул хп, да? Все равно насрать. Пацаны придут и убьют тебя. Слушай, дай пройти, а? Ну, так хорошо кругом шел. Ну давай, давай, давай. Вот, вот этого и вот этого еще. О, молодец. Ручной прям. PHD Dynamite. Витя говорит, пытается найти имбу. Я даже не видел, что он собирается меня это. О, красиво. Ключ, ключ надо забрать. Вовремя остановился он. О, метелка, клевая тема. Парни, а? Не попал. Пампору-пам-бу-пам. Ах ты ж. Плюнул в меня какахой своей маленькой. Дважды. Трижды. Четырежды. Муха еще попал. Ну ты паразит, а? И на какашку заставил наступить. Вон, я прикалываюсь. Нормально, живем. Сейчас я быстренько сгоняю. Не ожидал от него таких плевков. Спасибо. А, как игра называется, скажи, пожалуйста. Да ты что, не знаешь, что это за игра? Это же The Binding of Isaac. Наконец-то... Стрим по Айзеку, да, стрим по Айзеку, все верно. Расслабляем булки, ожидайте рофлов и фейлов. Так, погоди, а как пройти-то? Ха-ха-ха, снайпер, а? Проскочил. Пауки-пауки. Бомбиссимо. Мне бы, знаете, что не помешало? Мне бы не помешала какая-нибудь штука под названием «Синие сердца». Тоже яракан. А надо сделки активировать. О, ноу. О, ноу, уже здесь. Отлично. И... Вау! Забыл добить, да? Ты что, добил? Добил. Погоди, я еще не нашел золотую комнату. Мог бы и на паука напасть. Так-то. А что ты за мной-то бегаешь? Бегай за монстрами, а? Кстати, было бы клево, если бы он гонялся за монстрами, не за мной, как червячок вот этот вот. Знаете, довольный червячок есть. Ну, конечно. Спасибо, игра. В самом конце Витя, конечно же, слил сделку стопроцентную. Слушайте, учитывая, что мне постоянно двигаться надо, это, возможно, даже и неплохо.
такую штуку иметь. Сейчас какая-то небогатая здесь фигня. А, дверь остается открытой. Ну, наверное, надо было бы взять. Но я жракан. Я все время буду забывать, что я где-то там дверь открытую оставил, поэтому... Убил мясо, пока оно спало. Да что ж ты будешь делать, а? Осталось, ребят, немножко. Один удар, и я труп. Как-то так. Мне кажется, тут подхилюсь, схожу. Но это опасно. В бой. Йо. До свидания. Можно рестартить. Зачем я его сюда отправил? Ох, как он ему в торец-то дал. О, соска. Дьявольская сделка прокнула. Мне сегодня повезло, окей. Витя, а у тебя из настроек русский? Да, у меня из настроек русский, все верно. Это русский, который официальный в игре, ребят. Это не я его придумал, никакие проклятия путаницы. Это что значит, я забыл. Это меня сейчас будет туда-сюда телепотать, да? Скорость стрельбы хорошая. Но... А чё патрон-то завис? Так должно было быть. Слушай, а свечку я бы взял. Чтобы взять свечку, надо взорвать аппарат. Ну, кстати, одного взрыва теперь будет достаточно. Это хорошо. Теперь аппарат много денег дает, зато один раз закаточку, да? А, ну мы уже с вами видели это. Так, ну, свечка плюс еще здоровье дает, это тоже приятно. Тихо. Не так интенсивно бегаем. Ой. А это только бомбами, да, либо полетом. Ну, кстати, можно будет в конце удариться об него и полетать, пособирать. В этом же весь прикол, да? А вот здесь секретка слева. Кстати. Так, ни хрена. Это ангельская секретка. Сюда тоже бомба нужна. А, ну и да, к боссу. Тимур-Тимурыч отвлекает. Не отвлекай меня. Давайте еще подумаем. Ихаха. Ихаха. Давайте не будем еще думать. Так, что я не нашел? Погоди, а я все нашел, да? А я же все нашел. Что я пошел искать-то? Больше ничего интересного-то и нету для меня. А, вот что я искал. А, я бомбу хочу найти, да, чтобы ангел взорвать. Чтобы ангельские сделки чаще были. Мне нужна бомба. У меня в магазине не было бомбы. Кто помнит? Пацаны в чатике. Девчонки. Бомба была в чатике. В чатике, говорю, бомба в чатике была. О, стоять. А чё так быстро-то отвяли? Они разве не должны были хотя бы пару секунд постоять? Нет? Отлипли такие, полетели на меня. Чё-то сердце не хочется сливать, можно? Вот и бомбы. Хорошо. Вон там красненькое сердце есть.
поехали. Нет времени уже объяснять. Берем красненькое сердце и сюда. Пацана взрывать. А, пока я не стреляю, что ли, оно висит на месте, все. Или как это работает, я чуть не понял. Никогда не пользовался этим мортом, если честно. Так, укуси меня. Укуси меня. Спасибо. Просто два сундука красивых. Главное, еще раз меня не укуси, пожалуйста. Все, let's go next. Дан-дан-дан-дан-дан. Тебе коты в помощь кричат, он котов не понавысылали. Ты можешь этим братом абьюзить, я знаю. Я знаю. Сделали бы еще, знаете что? Когда он после Анима Солы летит. Типа, если он летит после Анима Солы в кого-то, да? Чтобы... Тебя тоже, если сквозь тебя пролетает, не превращал тебя. Был бы вообще зашибок. Вот этих-то чувачков перерисовали. Наблюдайте. Блин, что-то как-то... Что-то меня накрыло жестко. Ну, сердце, ну где ты выпало-то? Где-то вообще не там. О, oh, ноу. No. Только не эти мухи, пожалуйста. А-а-а! Ненавижу их. Я не помню, как это работает. Что-то пули висят на месте, всем мешают. Ужас какой-то. Еще попробуй дотронься, да, до пульки. О-о-о, клево, Кёрстай. Ну, у меня, в принципе, свечка, да? У меня нормально с Кёрстайдом будет все. Свечка не даст мне телепортнуться куда-то. А, понял. Прикол-то вот в чем, да, что я стреляю вот так. А! Блин, сбили мне сердце. Паразиты. У меня свои прибаутки получаются, да? Да я! Да хорош! Блин, что-то я налажал сейчас под конец, конечно, знатно. Прям в подмышке где-то пролетел у меня. Да... Что, даешь ангельскую сделку, пожалуйста. Хорош! А, бомба. Давай. Уау! И... Куда ты вышел? Снова яйца. Да блин, что за говно? 240 отвлекает. Holy Mantle тебе в помощь. Спасибо за Holy Mantle. Вот, вот, я получил Holy Mantle, как видишь сейчас. Давай, давай, пощупай там ангела. А-а-а, что я творю? Просто великолепные арты. Ой, The Tower. Ты кто? Я нашел пилюли. Ну, ледяной кубик можно взять, он клевый. Хрен с ним. Че я еще не взял? Золотой конт еще не взял. Слушай, хоть один хороший камень где? Либо я слишком быстро бегу, не замечая их, либо что? Ё-моё.
А! О, ноу. Все. Приездочная. Ну, то есть, я говорю, за этого персонажа... Сколько бы у тебя здоровья не было, один неверный мув, и ты трупан. Он, конечно, прикольный, но, блин, это называется, ты должен сделать 10-15 ранов. Ну, я про свой скилл говорю. Нужно сделать 10-15 ранов, тогда, может быть, там пройдешь. Ну, повезет, если не зарачишь. Ну, то есть, это не мой стиль. Там, подамажиться, подолбиться, найти какую-нибудь имбу, все равно там выиграть за счет того, что тупо там нашел что-то интересное. Это мой стиль. А вот так вот, что тебя может ваншотнуть, это не мой стиль, ребят, к сожалению. Все, спасибо за внимание. Лайки ставьте, ставим ссылочку на плейлист, на группу ВКонтакте. И прочее. Пока-пока.